Ну ладно, главное, крутится. Так, вы мне сказали, что вы двигатель покупали, он у вас подклинивает, поэтому я первое, что сделаю, это видео снял, где двигатель этот крутится. Сейчас здесь снимают навесное, сейчас как навесное снимут, как все будет готово, я вам дополнительно еще видео отправлю о том, что вот в каком состоянии мы будем вам его отправлять и так далее. Ну а пока давайте я вам просто видео сделаю, в каком состоянии двигатель, какой двигатель мы выбрали для отправки и так далее. В принципе, все.